411, 412, 413. Нам осталось совсем чуть-чуть. 414, 415, 416. Сейчас я отдохну. Да, перекури 5 минут. О, боже, не могу больше. О, подожди. А, давай, прошу. 416, 417. О, да, тяжело. 8, 9, 500. Смотрите, долго шли. Крутая лестница. Крутая, тяжелая, тяжелая. Забрались на самую верх. Она сейчас забралась. Отсюда можно наблюдать весь Питер с этой высоты. Да, да, смотрите, как красиво. Высота Казанского Исаакиевского собора. Вот если вы посмотрите прямо там. Безграничное серое небо, затянутое тучами и все красиво очень. Там вот они. Вот вы, тупые. Ты почему так с нашими зрителями? Мы рассказываем. Подожди, там еще лестница. Нет, там двигающаяся лестница. Мы, это лестница в рай, потому что мы уже на самой верхотуре Питера, а она продолжает движение вверх. Но мы же знаем, что лестницы не могут сами двигаться, поэтому да, здесь замешана магия. Поэтому мы летим, летим, поднимаемся в рай. Вы посмотрите на эти небесные белесые разные. Бесконечная лестница. Инфинитовская лестница. Очередь в рай. Что ты сейчас снимаешь? Очередь в рай. Что вы скажете о том, что мы сейчас поднимемся в рай? Мы не можем дождаться этого момента. Лестница хорошо, она сама едет, нам не приходится. Да, да, тяжело. Тяжело. Что вы ждете от рая? Я жду снега вообще-то. Вы мне обещали Лапландию, снега и оленей. Олени, да, да, да. Мы же в Лапландии, правильно? С каких пор чубаки попадают в рай, вы не знаете? Не знаю, это чубаки? Так не я решал просто. Я был хорошим чубаком. А, ну хорошо. Да. До перезагрузки. До перезагрузки. А-а-а. Меня перезагрузили. Что вы ждете, пожалуйста, Свен? Свен, прокомментируйте, пожалуйста, что вы ждете от рая? Но Свен не умеет говорить. Свен не умеет говорить. Кто мой хозяин? Я должен понимать, кто это. Кристоф. Кристоф, где мой Кристоф? А кто будет Олафом? Я не знаю, вы мне сказали, что я... Кто с Настей будет Олафом? Или ты Кристоф? Я либо Анна, либо Эльза. Я Эльза. Значит, я Анна. Милашки. Привет, я Анна. Я Эльза. Эй. Мы милашки. Да, где-то там Кристоф, наверное, но кажется, Олег. Давай я буду Кристоф. Привет. Но ты чубака. Я Эльза, это моя сестра Анна, я королева занятой страны. Я блондинка, горячая, знойная, в голубом. А я рыжая, я ведьма, и вы все умрете. А, ну, простите, мы уже на пороге в рай. Почти на пороге в рай. Смотрите, снимите прекрасный рассвет в раю. Рассвет в раю. Какой холод-то? Нифига. Но у тебя рай снег. Блин, надо раз... Я не хочу. Раз в оверное отделение. Уходи отсюда. Ну подожди, там ад. Там жарко. Я не знаю, что происходит. Эльза, дорогая, я считаю, что ты умеешь. Прощай. Уходи. Я задержу их всех. Хватай. Почти. Ты видишь это? О, Господи, рай. Ты видишь? Боже, это рай. Это рай. Это рай. Вот. Так что мы выходим в рай через особые ворота для двоих. Либо для одного очень жирного. Да, типа меня. Простите.